Здарова, народ, с вами Алекс Диего, игрок Кунай. Это Metroidvania, 2D-шный пиксельный ад. Ну, все как я люблю, не знаю, нравится это вам или нет. Но если вы смотрите, то наслаждайтесь. Игра, честно, я вот только увидел картинку, и мне она сразу как-то приглянулась. Я ее купил, не задумываясь, даже описание не читав. Aren't we all craving success? Trying to make the world a better place. Wanting to create a better future, a livable future. So much so that it wears us down. Only to realize that once we find it, once we perfect it, we can lose ourselves in it. And reap what we sow. There's no going back. But there's always hope. Someone or something out there will save us from the tyranny. Эпическое начало. Времени мало. Запускайте терминал. Есть. Капсула работает, командир. Похоже, это та, которую мы искали. Наконец-то нашел робота к чему-то. Наконец-то нашел робота к чему-то привела. Почему так не связано? Давайте открывать. Обнаружены нарушители. Запускаю уничтожение. Давай, попробуй, хламоксок. Так вот, мы играем тут, по всей видимости, если смотреть сюжет, тут была война, потом утопия, потом опять-таки война, только уже роботов. Статус бака 0, ошибка 404. Я такой жизнерадостный смартфон. Дружок. Ага, это наше обучение, игра только начало, так что... Слава богу, тебя активировали. Не конец, а вот ты поскорее выбирайся отсюда. Спрыгивай вниз и уходи, пока тебя не нашли. Понятно. Вы сохранились и зарядились. А, это у нас зарядка сохранения, да? Ну, не зря я сюда прошел, то... Спрыгиваю вниз, спрыгиваю вниз. Иса. Иса, блин. А, надо сесть. О, смотрите, я котик. Так, пройти не можем, оружия нету. Это кладбище роботов, как я погляжу, да? Так, там тоже закрыто. Нас пытались освободить, синие против красных. Такой мурмяу. Прикольно, мне нравится. Миленько. Так, тут опять-таки мы пройти пока не можем. Это говорит о том, что игру придется либо перепроходить. О-о-о! Из уничтоженного робота торчит красная катана. Она светится? Ваша крохотная механическая душа почему-то отзывается на ее свет.
Катана! Какой какой брутальный взмах. Брутальное лицо. Блин, это мимимишная игра, прям. Мне нравится. О, денежка. Твой меч. Его лезвие сделано из поглощающего энергию сплава. Он может вытягивать энергию из врагов. Был бы у меня такой. Да нет, а у меня есть. Так, ящики ломать не могу. Значит, я не настолько силен. Наш первый враг. Просто какие-то зомби недоделанные. О! Первая кровь! А, я думал, прыгать надо. Вот тебе на. Чу-чу-чу! А, ну, прикольно. Ой. Да у меня. А, я ж с них энергию высасываю, поэтому... Гибший город. Эй, бзз, это ты? Ищи лагерь повстанцев, они помогут. Я умираю. Информативненько. А какой я опасный. А нет кого. Так, понятно. Значит, у меня никаких дополнительных способностей пока нет в виде двойных прыжков. Всего прочего. Крыса, конвенционная робокрыса. А это у нас сохранение, да? О, энергия остановлена. Мы сохранились. Молодец я какой. Не смогу двигаться, но сопротивление живет. Рад слышать. Интересно, мужики появляются после того, как я выйду из комнаты и вернусь? Я ж не проверял, ну-ка. Нет. Приятная мелочь. А, тут закрыта дверь стоит. Все, посмотрел, убедился. А, нет, крыса появилась. Значит, появляются, да? И все? Не все, не всегда? Ладно. Ау! Тут есть еще и самоубийцы. Пока что ничего сложного мы в этом не видим. Просто идем. Резаем врагов на мелкие кусочки, вытягиваем из них жизненную энергию. Ага! Секретка секретовна. Ага. Увеличивает количество нашего ХП. Значит, и такая штука тут есть. Значит, время от времени стоит трогать стены. Эй, добро пожаловать в мой уютный сток. Оставайтесь тут сколько захотите. Да, спасибо, чё. Ай. Они взрываются, взрывоопасные. Вот это вот. Офигеть, какая ренжа здоровая. Монетка. Мы уже с оружием пошли.
Ах ты урод. 3 удара надо нанести. Причем так просто за препятствием не спрячешься от него, стреляет он прямо это. Разноброс как. Нифиг делать. О, тут где-то сопротивление, наверное. Фабрика с призраками. Уха-ха-ха-ха! Они послали еще одного спустя столько лет. Надеюсь, ты продержишься дольше остальных. Вот так вот. Зачем ты здесь? Это место чистая жуть. Уходи, пока можешь. Я не могу. Там что-то сигнал ловится сверху. Странное что-то. Странное место. Так, ну и что тут у нас? Что ты здесь делаешь? За тобой дверь закрылась. Говорят, у них за этой дверью есть прототипы оружия. Они помогут. Могут пригодиться, да? Обнаружена модель P. Проверка совместимости. Все проверки пройдены. Открываю дверь. Красный кунай. Просто оружие закреплено на веревке. Вы подбираете кунай. Кунай. Уи! А? А я не за все могу цепляться им. Выйти-то отсюда не могу. Уи-и-и. Ну, забавно. Хм. Это что, левый кунай? Кунай номер два. Ага. Прикольно. Открывает журнал доктора Лимонки от 1 августа 2029 года. Маневренность испытуемых после их оснащения кунай значительно улучшилась, но испытуемые люди не смогли использовать кунай с полной эффективностью. Их механические коллеги показывали куда лучшее владение кунай. Рассмотреть перевод большей части бюджета на Неокр в дальнейшем развитии ИИ. Подпись доктор Лимонка. А, ну понятно. Новых диалогов тут не завезли. Хоть ящики новые завезли. Монетка упала. Жизнь меня к такому не готовила. Такой агрессивный. Выше и выше и выше. Прикольно. Ха-ха-ха.
И даем все стрелять. О, место сохранения. Визор самурая, блин. Я могу одновременно и туда, и сюда. Кажется, куча мусора начинает двигаться. Уха-ха-ха-ха-ха. Ты смеешь прийти ко мне? Надеюсь, они вас улучшают с последую. Последним было скучно. Мусорщик. Тебя убить. Окей. Немножко подзарядки. Я в него попал? Блин. Монетки, монетки. Сейчас полетит, да? Ну-ка. Ай, надо реагировать лучше. Ай! Ачивка вынос мусора получена. Дверь на выход открылась. О! Шлем с рогами. Получено. Прикольно. О, такой стена. Тут я еще пройти не могу. Ну, раз это метроидвания, мне придется возвращаться много-много раз. Монетки, монетки. Мне нужны монетки, не знаю для чего. А нужны. Ладно, ногами ходить, наверное, будет удобнее, чем через кунай. Давай. О, подожди, там кто-то... Я еще никогда не видел, чтобы кто-то сбежал с фабрики. Как тебе удалось? А это что, кунай? Ну, а повстанцы по грибе пытались достать такой... Дик... Фантовому лесу и забирайся в него поглубже. Всё. Монетки, 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 монетки. Типа подсказка, где искать повстанцев. Ай.
трудно с ними. У меня нету трех ударов. Я дозорный. И я прослежу за тобой, малыш. В тебе есть потенциал. Так, забрали. Ничего не оставили. В таких играх важно полазить как можно лучше. Ой, ой. Я так умру! Наверное. Друг друге спрятались, блин. О, секретка. Неожиданно. Секретка просто с монетками. Я бежал по воздуху. Игра забавная пока что. Черт, меня заметили. Ай, потрогал его. О. Наконец-то. Я уже стал тут Wi-Fi настраивать. О, простите, меня зовут Эрл. Я отвечаю за интеллект для сопротивления. Потому что только я учился работать с компьютерами. В общем, как увидите роутер, не забудьте зайти в магазин Tab Store. В него легко попасть через меню. App Store, можно покупать улучшения, пароль. Введите пароль. А ведь робот, который единственный учился работать на компьютере. Магнит монет, солнечная батарея, катана. Резонанс. Кунай, три куная. Трюкены, ой, тут много чего интересного. В принципе, мне нужен магнит для монет. Это уж точно. Так. Так, я не жал назад. Ну-ка, вернись. О! А, значит, в лианах я застреваю. Вы сохранились и зарядились. Ну, на этом закончим на сегодня, народ. С вами был Алекс Диего, игрок Кунай. Веселая игрушка, знаете ли. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Ссылочка есть в описании. Можете поставить палец вверх, зайти в группу ВК. Даже подписаться и поделиться видео с друзьями. Я желаю вам всего скорого и удачи. Пока-пока.